Почему мы не расцениваем каждую благость нашего существования? Присутствие всех конечностей, например, как восхитительную дань природы. Потому что ты один у нас думаешь о всякой херете, бро. Всем привет! Вы на канале Ufplay, и сегодня мы будем продолжать проходить Возвращение в Совенок. Руталисы, истинная концовка. Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Понимая, что мне здесь явно не рады, я поспешил отойти в другой конец площади. Да чё с ней не так? С утра говорит, что все хорошо, и она все понимает, а сейчас опять за свое. Нервничает, злится. Ладно, Лена, от нее можно было бы ожидать подобного. Но Славя? Как будто готова меня прибить на месте. Вообще, нашел у кого спросить. Знаю же, какие у Лены с Алисой из-за меня отношения. Я устало сел на скамейку, стоящую рядом. Беспокойство накатило с новой силой. Не знаю точно, что беспокоило меня в этот момент больше. Все так же не вернувшаяся Алиса, или же мой непродуктивный и неудачный диалог с Леной и Славей. Первое волнение насчет пропажи Алисы довольно быстро схлынуло. Скорее, все же ушла куда-то, чтобы побыть одной. Стала бы она беспокоиться, поступи я так же. Но могла бы хотя бы предупредить. Поведение Лены со Славей было вполне понятным, но все же... Да, не стоило было упоминать при Лене Алису. Это было очевидно, и все же мои мысли серьезно запаздывают за действиями. Какой же я идиот! Я закрыл голову руками, опершись локтями на колени. Все же годы общения лишь с компьютером серьезно сбили мои коммуникативные навыки среди людей. Последние дни я не замечал за собой подобного. Скорее всего, потому что я думал об одном направлении с собеседником, и проблем в понимании не возникало. К тому же, по большей части, моим собеседником была Алиса, к характеру которой я уже почти привык. Здесь же моя неопытность в общении с живыми людьми ощутимо ударила в спину. С каждой минутой чувство вины все сильнее сжимало сердце. С каждой секундой я все больше чувствовал собственную вину перед Леной. И от этого мне становилось все хуже и хуже. Все же не виновата она в этом. И все же я с Алисой. Где бы она сейчас ни была. А что если Лена причастна к пропаже Алисы? Быть может, в этом и кроется разгадка ее поведения. Ты совсем сдурел? Я со всего размаха влепил в себе пощечину. Метод Алисы и здесь работал без сбоев. Щека запылала, а в мозгу все быстро прояснилось. Как я вообще мог такое подумать о Лене? Да, она не совсем обычная девочка, но чтобы так. Какой же я идиот! Еще раз. Лена просто расстроена из-за меня. Алисе нужно уединение. Славя пытается поддержать Лену. Вот с чем я имею сейчас дело, а не то, что я там себе напридумывал. Волнение постепенно спадало, но мне еще нужно было прийти в себя и обмозговать текущее положение вещей. Я откинулся назад, закатив глаза и вслушиваясь в окружающий шум. Некоторое время я просто сидел, вслушиваясь в шелест листьев на деревьях. И не птица, шепот мыслей в моей голове. А в один прекрасный момент кто-то тихо сел рядом со мной. Семён? Я открыл слипшиеся глаза и из-под лобья посмотрел на Славю. Она уже не выглядела нахмуренной, ее лицо приняло обычное, слегка радостное выражение. Вот только она подсела ко мне явно не просто так. Семён, я хотела поговорить. Насчет Лены. Хорошо, начинай. Ты понимаешь, что с ней происходит? Я развернулся к ней. Понимаю, что и я... Понимаю, блядь.
Я понимаю, что. И я понимаю, почему. Я также понимаю, что мне сейчас ничем ей не помочь. Пойми, это палка о двух концах. Я люблю Алису, нам хорошо вместе. Я понимаю, что виноват во всем этом, но, увы, одновременно угодить всем здесь абсолютно невозможно. Никак. И я руководствуюсь зовом сердца при выборе. Да, это эгоизм, но здесь вообще невозможно по-другому. Угу. Просто Лена, она такая ранимая. Ей очень тяжело сейчас. Я понимаю, но ничем не могу помочь. Все, что я могу, сделать только еще хуже. Причем не со зла. Такой вот я неуклюжий в любви. Я помотал головой. Как мне теперь быть? Просто я... Славя на секунду задумалась. Ладно, ерунда. Как скажешь. Просто я сильно переживаю за нее. Она всегда будто обделенная. Я повесил голову и уставился под ноги. Как мне сейчас хотелось провалиться сквозь землю. Как? Уже обед? Быстро время пролетело. Ага, вы с Леной идете? Да, пойду к ней. Мы вместе пойдем. Не думаю, что вам стоит сейчас разговаривать. Я тоже так считаю. Мне было как-то не по себе. Все эти дни я ходил в столовую вместе с Алисой. А сейчас ее нет. Где же она? В столовой оставалось мало свободных мест. Я заметил одно за столиком у Мику. Может, она что-то знает. В конце концов, Алиса с ней немного, но все же общается. Привет, Мику. Привет, Семен, приятного аппетита тебе. Спасибо. Слушай, ты не видела сегодня Алису? Ой, видела. После завтрака вроде она куда-то в лес шла. Что она там забыла в лесу? Я ее звала, а она не заметила. Не услышала, наверное. Мои догадки подтверждались. Алиса ушла в лес, чтобы уединиться. Меня смущало лишь то, что она никого не предупредила об этом. Мика что-то оживленно болтала, я не слушал, лишь ел. Пытаясь найти причину, по которой Алиса могла бы вот так взять и уйти. На первый взгляд ответ прост. Обиделась на что-то. Но если я ничего не знаю, скорее всего, она обиделась на меня. Правильно? Тогда она взрывает другой вопрос. За что она на меня обижается? Разве что если... Если она от кого-то узнала про вчерашний вечер в лесу с Леной. Но вряд ли бы она просто ушла куда-то, не разобравшись. Это прерогатива исключительно самой Лены. Алиса бы скорее устроила нехилую разборку с разбитыми лицами и криками. Тогда зачем же она ушла? Я покончил с обедом и под бессвязный лепет Мику вышел из столовой. Итак, мне предстояло пойти и выяснить, куда ушла Алиса. Первая мысль – пройтись по лесу. Может быть, она действительно там? Мой путь к лесу лежал мимо домика вожатой. Сама Ольга Дмитриевна лежала в шезлонге и что-то читала. Посмотрев в мою сторону, она позвала меня. «Семён, ты куда?» «Я хотел по лесу прогуляться». «Только далеко не уходи, не заблудись и не забудь, сегодня после ужина у нас поход». А я уже и забыл. Все же какие-то вещи сохраняли порядок следования, хотя мы с Алисой и пионером изрядно поломали вечную схему событий. Хорошо, не забуду. Я поспешил удалиться, но тут вожатая еще раз окрикнула меня. Подожди, Семен! Я обернулся. Ты не знаешь, где Двачевская? Ее на завтраке не было, на обеде тоже. Она куда ушла? Куда она ушла? Она мне ничего не говорила, я сам ее ищу. Мико сказала, что она видела ее после завтрака по дороге в лес. А, ну раз видела, значит все нормально. А вот я в этом не уверен.
Я поспешал направиться в сторону леса. Натоптанными тропками я пробирался все дальше в лесную чащу. Не похоже, что здесь кто-то недавно проходил. А ты что, следопыт, что ли? Хотя можно ли это так просто разглядеть? Я постоянно останавливался, оглядывался, услушивался в тишину и шорохи леса. Ощущение, будто я здесь один на многие километры. Где-то слева раздался какой-то шум. Я замер, пытаясь понять, что за шум и откуда он идет. Кто-то шуршит ветками. Я пошел на звук, стараясь не терять ориентир. Шум раздавался из-за небольшого дерева. Я подошел поближе и увидел белку, снующую по веткам дерева в поисках шишек. Глупая, бессмысленная улыбка сама собой расползлась на моем лице. Желание продолжать поиски пропало в мгновение ока, и я замер, стараясь не делать лишних телодвижений, стал наблюдать за белкой, как она добывает себе еду. Вот так же и люди носятся ради чего-то. Точнее, ради того, чтобы жить. Но зачем? Зачем мы вообще живем? Что мы должны сделать? Ради чего мы оказались здесь, на этой планете? Почему мы не расцениваем каждую благость нашего существования? Присутствие всех конечностей, например, как восхитительную дань природы. Потому что ты один у нас думаешь о всякой херете, бро. А всякие мелочи вгоняют нас в глубокую печаль. Ради чего все это? Есть ли смысл в поиске смысла, или слово «смысл» не имеет смысла? О, господи, как же это... Черт, как это все сложно, бессмысленно, непродуктивно и непонятно! Но все равно, что-то в этом определенно есть. Я сел на землю возле стоящего рядом дерева, прислонился спиной к нему, стараясь не выпускать белку из вида. В тот момент она казалась мне проповедником философии. А кедр, по которому она бегала взад-вперед, это весь наш мир. Завороженно я наблюдал за ней, а в голове вертелись разные мысли. Что есть наш мир? Существуют ли другие, и какой порядок жизни может быть там? Ведь в итоге все сводится к банальной необходимости существования. Но необходимо ли оно само? Зачем она это все думает? Не знаю, сколько я так просидел, но в один прекрасный момент белка решила покинуть кедр, спрыгнула и, мелькая в траве, побежала куда-то в чащу леса. Я проводил ее взглядом и было снова вернулся к размышлениям, как вдруг... А где тропинка? Кажется, за поиском источника шума, которым оказалась та самая белка, я слишком далеко ушел от тропинки. И теперь заблудился! Ты дебил, что ли? Вы на этой поляне на постой костры разводите, бро? Бля... Волнение накатило с новой силой. Не нашел Алиса, заблудился в лесу. А вдруг Алиса так же, как и я, заплутала вдали от лесных троп? Да что же со мной? Опять? Размашистая пощечина мгновенно задала мыслям ясность. Паника, конечно, не без причины, но учитывая то, сколько я шел от лагеря, нужно всего лишь отправиться в обратную сторону, чтобы вернуться в совенок. Итак, я стал бегать от дерева к дереву, пытаясь разглядеть вдали тропу. Забор, здание, лагеря, что угодно, любой признак присутствия людей. Долгие метания по лесу, расцарапанные руки, лицо, но это стоило того. Заветная тропинка была найдена. Подходя к лагерю, я отметил, что солнце начало клониться к горизонту. А значит, уже вечер. Стоит поспешить успеть к ужину. Алиса, Алиса, и на ужин по расписанию, красавчик. Если на ужине и на ужине Алисы не будет, тогда можно начинать волноваться вполне обоснованно. Ибо, как бы там ни было, но не есть столько времени, это слишком странно.
Хотя я еще даже не дошел до столовой. Так что слишком рано делать поспешные выводы. Когда я вышел из леса к домику Лены, зазвучал сигнал к ужину. Я только подумал, как неловко было бы сейчас встретить здесь Лену, как дверь ее домика открылась, и она вошла оттуда вместе с Мику. Они выглядели радостными, но завидев меня, засмущались. «Семён, ты давно здесь?» «Только что из леса вышел». «А что ты там делал?» «Я гулял. Вот, скоро ужин, поэтому иду в столовую». «Ясно. Идем?» «Куда?» «Ну, в столовую, куда же еще?» «Я действительно настолько порой туплю!» «Да-да-да, конечно, идем». Вот мы уже на крыльце столовой. Малисы здесь не было. Сердце ныло, с каждой минутой волнение росло и не думало отпускать хоть на секундочку. Я вошел в столовую, уже ни на что не рассчитывая. И здесь Алисы не было. Вот теперь я уже не на шутку волновался. Я начал есть, на автомате совершая соответствующие движения. А в голове в это время быстро вырисовывался план дальнейших действий. Зайти в домик к вожатой, взять фонарь, спрятать под одежду. По ходе подловить момент и тихо убежать. Направиться в сторону старого лагеря. Прочесать корпус и, если понадобится, бомбоубежище. Возможно, даже шахту. Тем временем в голове всплывала одна очень неприятная мысль. Она касалась пионера, который так внезапно перестал совершать свои неожиданные визиты ко мне и к другим обитателям лагеря. Почему-то с каждой секундой мне все больше казалось, что именно он причастен к исчезновению Алисы. Я постарался отвлечься от волнения, все сильнее сжимавшего мою грудь, и как можно быстрее доесть свой ужин. Наконец, прием пищи закончился, я поспешился удалиться из столовой. Быстро добежав до домика вожатой, я открыл дверь и влетел вовнутрь. Где-то в шкафчике должен быть фонарь. А вот и он. Взяв ценную находку, я покинул дом и направился в сторону площади. Буквально через пару минут на площади уже собрался почти весь отряд. Не хватало Алисы и Лены. Этот факт меня очень сильно настораживал. Все здесь? Алисы и Лены нет. Двачевской сегодня весь день нет. Думаю, уж к ночи-то она вернется сюда. Алена должна прийти через пару минут. А пока пора строиться. Я нехотя поднялся, проминаясь на ходу. Сейчас мы отправимся в лес, откуда мне предстоит проделать немалый путь к старому корпусу. Лишь бы найти ее там. Пионеры построились, я занял свое место в ряду с Женей. Похоже, поход действительно обещал повторить предыдущий. Хотя отсутствие Алиса подсказывала, что развязка будет совершенно иной. А вот и Лена. Она выглядела запыхавшейся или даже испуганной. Вожатая, кажется, вообще не обратила на нее внимания. И Лена быстро встала в пару к Мику, принявшись что-то ей оживленно рассказывать. Девочки стояли ко мне спиной, но даже так мне удалось понять, что Мику сильно удивилась тому, что рассказала ей Лена. Мику посмотрела в мою сторону и, кажется, хотела позвать меня. Но в этот момент Ольга Дмитриевна прикрикнула на нее, и та с расстроенным лицом повернулась обратно. Примерно через полчаса мы оказались на том самом месте, где устраивали привал в прошлой смене. И которое он полдня назад даже не узнал. Баран! Я устало сел на бревно подальше от остальных. Боевые системы в мозгу начинали активизироваться в быстром темпе.
Стоило лишь выждать нужного момента. Я уже был готов скрыться в ближайших кустах и начать свои поиски, как ко мне подсела Лена. Ее лицо выражало крайнее беспокойство. Но мне сейчас было совершенно не до разборок в наших отношениях. Если хочешь что-то сказать, говори быстро и по делу. Неважно, прости, что я так себя вела. Не знаю, что на меня нашло. Обещаю, такого больше не будет. Ладно, это все. А все это не или не все, мы узнаем уже в следующий раз, а сегодня на этом точно все. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока!